Всем привет, с вами Бругеймер. В этом видеоролике хотел бы рассказать вам, как пользоваться одним очень интересным приложением, и называется приложение Speaker Tester. Но также отмечу, что это приложение доступно совершенно бесплатно на платформах Google Play или же App Store. Но на платформе Google Play это приложение имеет вот такую вот статистику. Статистика довольно-таки хорошая, не у каждого приложения есть подобное. Но вот также перед началом самого видеоролика хотел бы попросить вас подписаться на канал, ведь меня смотрят больше всего аудитории, и без подписки подпишитесь, мне действительно будет очень приятно. Ну а на этом мы начинаем сам видеоролик. Итак, при входе в приложение открывается вот такой вот интерфейс. Интерфейс довольно-таки, конечно же, несложный там будет, то есть разобраться в нем проще простого. Сразу же хотел бы в самом начале отметить один очень интересный факт. Сейчас просто, что вам нужно сделать, это дослушать его до самого конца, он вам хоть как пригодится при использовании этого приложения в целом, то есть вот. Если у вас будут какие-либо проблемы, то есть проблемы при использовании этого приложения не в самом телефоне, главное заметьте, не в самом телефоне, а в этом приложении, то есть как бы вы их самостоятельно решите, эти проблемы не можете, потому что они как бы системные, то есть вы это подредактировать никак не можете, то в таком случае, что вам нужно сделать, это просто написать в техподдержку, и они уже все это дело решат, то есть вот. Может, кому-то поможет этот лайфхак, кому-то и нет. То есть, вот, как бы тут уже от человека зависит, нужно ему это или нет. Ну, просто сказал, что такое, типа, как бы тут есть. То есть, вот. Ну, если же у вас будут какие-то дополнительные вопросы по поводу использования этого приложения, то что вам нужно сделать? Просто напишите в комментариях под этим видеороликом, и я вам постараюсь объяснить, что к чему. Ну, а сейчас я буду заканчивать сам видеоролик. Спасибо каждому человеку, который досмотрел его до самого конца. С вами был ProGamer. Всем до новых встреч, друзья. Увидимся в следующем видеоролике.